6 поединков и 4 победы. Воспитанник Зареченской школы «Самбо Русь» Дмитрий Кульков стал обладателем бронзовой награды открытого первенства города Кстово по самбо. В весовой категории до 34 килограммов, в которой выступал наш спортсмен, было заявлено самое большое количество участников – 46 человек. Но даже такая серьезная конкуренция не помешала зареченскому самбисту добраться до полуфинала. Труднее было сражаться в полуфинале. Противник мой таким же ростом, может, даже побольше был. Я думала, он меня выиграл из-за того, что он ловил меня на ошибках. Но я стремлюсь больше первые места занимать, потому что обидно уезжать, когда ты ездишь в далекие соревнования, а обидно, ты проигрываешь там и домой едешь не очень, с хорошим настроением. Несмотря на поражение в полуфинальном поединке со спортсменом из города Выкса Нижегородской области, Дмитрий уехал в родной город в прекрасном настроении. Для зареченского самбиста бронзовая медаль на турнире в Кстово дороже многих других побед. Город Кстово известен тем, что там находится Международная академия олимпийского спорта, называется. Совсем недавно она называлась Международная академия самбо. Вот, то есть это, в мире самбо держава, будем называть самбо. Там очень много заслуженных мастеров спорта. Вот, допустим, в Заречном один заслуженный мастер спорта, а там их 8 человек. Заслуженный мастер спорта, 6-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 12-кратный обладатель Кубка мира по самбо. А по совместительству главный судья турнира Сергей Лоповок преподнес личный подарок зареченскому спортсмену. Он отметил хорошую борьбу Дмитрия и подарил ему плакат со своей фотографией и памятный автограф с надписью «Здоровья и только вперед». Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».